Слышал, администратора повязали. Вы часом к этому руку не приложили? Он был коррумпирован. Здесь полно таких. Хорошо бы вы с ними со всеми разобрались. Так что я могу для вас сделать? Вы, похоже, обо всем тут знаете. Что здесь вообще творится? На вершине 15 какие-то проблемы. Аналеис прикрыл Synthetic Insights. Да еще матриарх пожаловал. Вы знаете, где сейчас матриарх? Вы ищете ее? Она улетела на вершину 15, перед тем, как с комплексом потеряли связь. Что за проблемы на вершине 15? Кто ж знает. Там сейчас метель. Но метели и раньше бывали. А вот спутниковая связь до сих пор не отказывала. У 15-й всегда была дурная слава. Никто не говорит, что они там делают. А всякий, кто там побывал, возвращается молчаливым. Что вы говорили о Synthetic Insights? Аналеис прикрыл СИ. Похоже, пытался их шантажировать. У нас тут такие дела часто творятся. Но на этот раз его прищучили. Совет директоров его теперь, наверное, над хаком скормит. Что вы тут делаете? Я главный механик Ханьшаня. Зовите меня просто Ли. Людям сложно выговаривать мое полное имя. У меня 12 подчиненных. Следим, чтоб челноки не ломались. Мне пора идти. Если что нужно, я буду здесь. Доступ в гараж ограничен. У меня есть разрешение. Извините. Да, пропуск подлинный. Будьте осторожны на дорогах. В Алиутской долине плохая погода. Понятно, что было у матриарха в ящиках. Что вы здесь устроили, капитан? Я? Я потерпевшая! На нас напали геты! Геты? По-вашему, я... Откуда они взялись? Могу предположить, что матриарх привезла их с собой в контейнерах. Я в это не верю. Ее багаж прошел через сканеры. В нем не было ни источников энергии, ни нулевого элемента. Если они были в контейнерах Бенезии Сама, здесь их может быть еще много. Мне нужны цифры, капитан. Десяток? Сотня? По крайней мере, десятки. Это машины, их можно плотно упаковать. Я должна доложить совету директоров. Если слухи о гетах распространятся, инвесторы запаникуют.
Пользователей. Все комплексы вершины 15 сильно повреждены. На территории присутствуют биологически опасные материалы. Интерфейс виртуального интеллекта отключен. Нам надо снова включить реакторы.